Рич Бич. Здравствуйте всем Ричам Бичам, всем бомжарам, всем привет, кто смотрит мои выпуски, это Дава Дым, и сегодня мы находимся в кальянно-компьютерном клубе Хука Гейм 24, который находится на Новых Черемушках, да? Собственно, сегодня у нас обзорчик табака Рич Бич, Рич Табака, родом он примерно из... Татарстан, Башкирия, а-ля привет у Пучмаки с той стороны. Очень дорогой, очень богатый табак с кусочками золота и, собственно, позолотой, маленьким позолоченным, маленьким кальянчиком в каждой упаковке. То есть, да, Рич, хочешь называться Рич, соответствуй. Табак добавляй золото и ложи маленькую золотую статуэтку кальяна. Ну, так должно было быть, по идее, да, но нихуя такого там нет. Я вас всех наебал, да, короче. Давайте ознакомиться с продуктом. Это Рич Табака, откуда я уже сказал, вершина вкуса и крепости. А новый, который вот сейчас лежит в баночках, я еще не пробовал. Я еще не знаю, что это такое, но могу смело сказать, что я пробовал, когда он только появился, и он был, собственно, с чего все начинают? Вот... Ребят, с чего все начинают? Любой такой продукт, с чего он начинает? С какой упаковки? Напишите в комментариях, да? И вот в такой вот я его упаковочке пробовал, и честно, я так немного даже рыганул в какой-то момент и понял, что, блядь, не хочу я быть богатым, потому что только богатые курят Рич. И тогда я подумал, что нет, я буду бедным и буду курить что-то другое, но явно не Рич. Давайте знакомиться с брошюркой. Короче, есть вкусы, их здесь раз, 6, 12, собственно, 18, да? 18 вкусов, есть Pure Energy, это энергетик, Green Besson, это фейхуа, яблочный штрудель, Apple штрудель, Steamerl, арбуз, Melonfield, Current Курант Нимпх, черная смородина, бельгийские вафли, Black Forest, черничка, фруктовый микс, Fruit Mix, Рафаэла, миндальный персик, Almond Peach, холодок, Sub-Zero, малина, Crimson Dream, кола, Golden Cola, манго, яд, земляника, Strawberry Queen, мы, кстати, ее забили. Апельсиновый френч, оранж френч и южный микс а-ля «Привет, Сочи», «Саут микс», да? Мы, короче, в чашечке забили типа «Экзотик Пайн», это вот такая баночка, и, собственно, «Страубери Queen», да, это у нас земляника. Так, паника, давайте, пока у меня все греется. Так, давайте почитаем рекомендацию их забивки, это самое веселое. Используйте керамическую или глиняную чашку. Но мы используем, да, бренд модель Twinkle, это одновременно и керамика, и глина. Ну, глазурь. Тщательно перемешайте смесь в банке перед забивкой. Используйте 3,25 или 4,22. Мы сделали 3,25, и уголь у нас в фанконе. Выложить смесь в чашу максимально воздушно. Выложили максимально воздушно. Прогрейте чашу в течение 5 минут, используя колпак. Все сделали, мы справились. Так, давайте я их немного прокурю, иначе... Мы сгорим, и я скажу, что продукт дерьмо, как был дерьмом, так и остался дерьмом. Это у меня ананас. Так. И давайте, собственно, тогда уж землянику Strawberry Queen. Потом поделюсь. Так, идем дальше, знакомиться с продуктом. Представляем вам смесь для кальяна Rich Beach, которая включает в себя три линейки крепости. Легкая, Pearl, средняя сапфир и крепкая диамонт. У меня только сапфир.
Длительная яркая передача вкусовых качеств. Средняя продолжительность курения 50-60 минут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Жаростойкость и дымность. Благодаря качественному табачному листу и его варке смесь любит жар. Как твоя сука. Жаростойкость выше среднего. Вкус легко восстанавливается при продуве и охлаждении чаши. А длительная подобранная идеально придает хорошую плотную дымность. Рич. Смесь средней нарезки, не нужно быть профессионалом. Ее можно забить в любую чашку и курить. Тогда нахуя у вас в рекомендации, блять, только два вида чаши? Для сохранения вкусовых свойств продукта используется пищевая пластиковая банка с винтовой крышкой, обеспечивающая защиту от света и влаги. Прям как будто граф Дракула сидит внутри банки, так что открывать осторожно. Смесь изготовлена из натуральных компонентов, пищевые ароматизаторы. Тут было написано европейских производителей, я прочитал еврейских производителей, как бы, собственно, намек есть, да, мы поняли. Натуральный пищевой сироп еврейских производителей, а также табачный лист, выращенный в Европе и Африке, сортов Берли и Вирджиния Голд. Контакты rich.tobacco@bk.com. Собственно, да, мы познакомились. Спасибо, Рич. Давайте теперь знакомиться по-своему, да. Что касается баночки, да, круто, баночка хорошая, да. Черненькая, все дела, как бы мы уже все с этому привыкли к таким баночкам. Этикеточки качественные, реально качественные. А по поводу есть акциза, нет акциза, непонятно. Но есть данные, кому отправлять претензии, да, как бы уже ребята, значит, не скрываются. Так, маркировок нет, банки старые. Так, что у нас внутри? Внутри у нас, собственно, я уже крышечку снял, потому что мы Exotic Pine как бы забили, да, и я ненавижу эти крышечки, я их выкидываю. Собственно, смесь у нас стандартная, как все остальное, ничем не примечательная. А по вкусам я скажу, что окей, как бы нормально, очень хорошее количество вкусов с прикольным, интересным названием. Что касается по забивочке, ребят, скажу так, забилась как бы она в легкую, то есть не было какого-то головняка и грязных рук. Как бы очень хорошая консистенция продукта. А по курению мы сейчас сравним, давайте чисто до угара, какой продукт я пробовал и какой продукт я сейчас попробую, и мы посмотрим, насколько пацаны шагнули вперед, либо наоборот присели на бутылочку, да? Так, у меня ананас, как бы ананас, это такой... не успел покурить, уже кашляю, чувствую, что-то не то будет... Ананас это у нас такой, возможно, показательный вкус в каждом продукте, потому что если ананас крутой, как бы все остальное тоже должно быть крутым, ну согласитесь. Но иногда производители идут на хитрость, они знают всю эту хуету и, конечно же, делают ананас охуительный, а все остальное как будто высрала бабка во время ПМС, который у нее произошел во время климакса, как бы, да? Ха-ха, вот так вот, нихуя я залечил. Давайте, собственно, зыркать, что это у нас такое. Скажу так, очень мягко. Если это у нас линейка Сапфир, а это средняя, то я ее сразу, вот на вкусе ананаса, я ее сразу закидываю в категорию Light. Очень мягко, очень приятно по сравнению с тем, что было у ребят до. Дымность окей. Ананас хороший, но я чувствую во время курения сырье. Прям вот, знаете, а-ля вот сырье, вот сигарка, когда она еще, знаете, айкос, блядь. Я чувствую в ананасе отголоски айкоса. А это значит, что я чувствую сырье, я чувствую табачный лист.
Там администратор кричит: «Айкос запрещено курить». Я же кальян курю, но Айкос сам отдает. Да, вообще не медиум, вообще не сапфир. Я представляю, какая будет легкая линейка а-ля Дейли Хука, скорее всего, прям вообще в лайт-в-лайт. Давайте идем к нашей землянике. Здесь то же самое, чувствую кислинку. Ягодную кислинку с тонким-тонким привкусом ацетончика. Знаете, вот на окончании, прямо вот на язычке, я чувствую ацетончик. Да. Но при этом, при всем, это вполне курибельно, вполне нормально, то есть... Я прям рад. Я думал, ребята сделали ту же самую хуйню, которая у них была. Возможно, даже не делали. Просто написали новые брошюрки, красивые слова и новые баночки а-ля «Рич, будь богатым, как бич». Но в названии, да, вот, меня вот всегда бесило и до сих пор бесит одно слово. Это... Сука, премиум, блядь, ребят, вы серьезно? Мне кажется, это уже пережитки прошлого, когда щербет ли хука премиум табака было, да? Выбирайте нахуй, рич табака сделайте. Нахуя этот премиум, блядь, ебать? Вообще кто-то смотрит на премиум, блядь, ебать. Я купил Dark Side и как бы покурил, а ему друг говорит: хуйня, у меня премиум рич табака. Премиум, блядь. Да, как бы непонятно. Убирайте, блядь, такую хуйню. Достойно. Можно курить, можно пробовать, можно открывать для себя что-то новое в плане каких-то вкусов. Допустим, ну, Strawberry Queen, я вначале подумал, это королевская клубника, да? Потому что в табаке Бакар был вкус Wild Strawberry, дикая клубника. Я тогда дико как бы приржал так немного, думаю, бля, дикая клубника. Ладно, Wildberry, дикие ягоды, но дикая клубника, блядь, до свидания нахуй сразу, да? А, тут это Queen, королевская принцесса, принцесса, клубника принцесса. Принцесса бич Queen, крич. Так, как-то... Не могу прям. Я реально перезагрузился, я так давно ничего не выкладывал. Да, курить можно, курить надо, как бы очень круто, мне понравилось. Давайте, собственно, наш Rich Beach Premium, Beach Premium, Ролтон, блядь, попробуем как-то собрать сейчас воедино и, собственно, выразить свою точку зрения по данному продукту. Брошюрка, круто, брошюрка есть, красивые слова, можно почитать, как бы наполнить свой лексикон, да, там, красивыми словами. Африка, хуй Африка, да. Банка, банка классическая, хорошая банка, черная. А слово премиум просто выносит, блядь, сразу нахуй. Прям вот охота умереть и сесть на банку, блядь, да? От слова премиум. А упаковка качественная. Принт тоже качественный. Картинки вкусов тоже красивые, как бы, да? Ничего не скажу. Прям красиво, лаконично все. А по курению линейка сапфир средняя, да? Она так себе, не очень сапфировая, не очень средняя. Я бы отнес ее к лайту, такому... Чуть выше лайту, чуть ниже, чем сапфир, да? То есть, ребят, теперь новая у нас в кальянной движуха. Приходишь в кальянный, и кальянчик говорит: вам даймонд или рич, типа, крепкая или средняя? А он ему говорит: давайте рич, не да даймонд. Не будет нормально, типа такого, да? А надо попробовать даймонд, и тогда понять, насколько даймонд крутой, потому что у ребят здесь прям слоган такой очень крутой, да? Вершина вкуса и крепости. Что касается вершины вкуса, но... Чуть-чуть не дотянули, и альпинисты, где-то не доходя до вершины Эвереста, заморозились. Погибли, блядь. Пусть земля им будет Ролтоном. Так, да? По ароматике как бы все ок, как бы нормально, да? Там по крепости не дотянули.
по дымности тоже окей, по общему курению как бы тоже окей, ребят, попробуйте, не пизжу прям, реально, можно попробовать, покурить, блевать не будете. А если вы найдете еще Рич в той самой упаковке, с которой все начинали, то его не покупайте, покупайте в баночках, это хорошо. Поэтому это все, мы находимся, собственно, в кальянной Хука Гейм, это кальянный компьютерный клуб на Новых Черемушках, и, собственно, нас сегодня подогревает и жарит уголь Фанкони. Кстати, зайдите к ним в Инстаграм, там можно реально посмотреть фильмы, которые ребята снимают со своим углем. Это достойно того, чтобы, блядь, прям реально кайфануть от продакшена ребят, которые делают просто обычный уголь. То есть круче роликов никто еще не снимал, это Фанкони, это Дава Дым. Ставь обязательно лайк, пиши комментарий, если ты пробовал. Ну и, собственно, похавайте у чпучмаков во время этого обзора. Всем пока-пока.